Здравствуйте, мои маленькие любители туризма. Сегодня мы с вами находимся на главной площади Казани. Так, стоп, нет, на главной площади Питера. Эта площадь называется Дворцовая. Сними площадь, покажи площадь. Вот, смотрите, какие квадратики здесь, да, вот Дворцовая. Дворцовая площадь. Так вот, ребята, посмотрите налево. Поверни камеру направо. Ребята, это здоровенный мужик! Мужик! Вы понимаете, приезжайте в Питер, тут просто крупнейшее достояние. Поверни, пожалуйста, направо. Девочка в желтом свитере, непонятная девочка, прыгающая, прикрывающаяся рукой. И самое коронное, просто самое-самое коронное, сейчас, самое-самое коронное, это арка. Ну, просто арка. Вот. Герой Зайкин!